Вена требует объяснений от Берлина. Австрийская пресса утверждает, что немецкие спецслужбы много лет шпионили на территории их страны. По информации журналистов, слежку вели за австрийскими учреждениями и фирмами, а также за международными организациями, расположенными в Вене. Среди них ОБСЕ, ОПЕК и подразделения ООН. С 1999 по 2006 годы в поле зрения немецких спецслужб оказались также 2000 стационарных и мобильных телефонов, факсов и адресов электронной почты.